В финском городе Турку задержали мужчину, напавшего на прохожих с ножом. По данным газеты «Турун Санамат», погиб один человек, несколько получили ранения. В интернете появились кадры случайного очевидца. На них видно, как люди бегут с места происшествия. Личность нападавшего, а также причины и мотивы преступления выясняются. В аэропорту и на вокзалах Хельсинки усилены меры безопасности.